патроны! Возьми! Берите!
Привет! Connection lost. Connection lost. Thank you.
мой мозг. Так, ну чё, давай считать. Ну, 50-70 канадских вам перевести в евро. Чтобы знать, как бы. Курс, так, курс канадского доллара. Итак, курс канадского центробанка. Один канадский доллар, 32 рубля канадского доллара. Значит, 55 делим на 32. То есть мы делим, множим. 55 умножаем на 32. 1760 делим на 47. Получаем 47. Ты че ты ржешь? 36 евро выходит. Пересчитывать будешь? Ну чё, куда Steam? Где?